обстоятельств руководством управления труда был произведен выезд на место происшествия. По предварительным данным установлено, что в ходе плановых работ, а именно при освобождении бака, бак емкостью 50 кубических метров от химических растворов, один из работников упал в бак, после чего остальные работники начали принимать меры по излечению работника из бака, в ходе чего 4 работника погибли на месте, 2 работников доставили в больницу скорой неотложной помощи города Актюбе.